вы сможете понять, каковы внутренние пружины, определяющие то, почему ему выгодно думать так, ему хочется придерживаться вот этой точки зрения там, и так далее. Только тогда вы узнаете настоящего человека. Только тогда он сможет увидеть вас настоящего человека. И только тогда у вас, возможно, более-менее, понимаете, перспективное общение. Но это какой навык? Мы свою-то матрицу не понимаем. Поэтому давайте научимся видеть других людей не в той матрице, которая они себя репрезентуют миру, да? А посмотрим за эту ту сторону зеркала. Что там? Почему именно такое здесь вам историю рассказывают про себя, про мир, про других людей? Что там за доминанты? И из-за чего этот человек на самом деле страдает? И что для него на самом деле важно, раз он такую матрицу изобрел?